В апреле во всех средних школах Министерство образования провело предварительное тестирование с целью проверки готовности выпускников к сдаче ЕНТ. Результаты показали очень низкий уровень подготовки школьников Махтаральского, Арыского, Сарагашского и Ордобасинского районов. Здесь средний балл не превысил 63%, хотя по области он составил 75,5%. Все руководители отделов образования районов, показавшие низкие результаты, будете отвечать. И заместители акимов районов тоже ответите. Вас всех предупреждали, что будем очень жестоко спрашивать за провалы в вашей работе. Начальник областного управления образования рассказала, как будет проходить подготовка к ЕНТ на местах. На питание и транспорт сдающих ЕНТ выделено 28 353 тысячи тенге. Оборудовано глушителями сотового сигнала 194 аудитории. В них установлено 242 камеры видеонаблюдения и 22 рамки металлоискателей. Нас подводит только Махтаральский район. Там не установлены глушители и металлоискатели. Руководству района дано указание срочно исправить ситуацию. Также на собрании обсудили результаты проверки прокуратуры и финполиции программы «Балапан». По итогам проверки вынесли 25 предупреждений о неполном служебном соответствии, один строгий выговор, возбуждено два уголовных и одно административное дело. По одному уголовному делу вынесен судебный приговор.